В нашей съемочной группе удалось отыскать мужчину, который на прошлой неделе стал звездой социальных сетей и получил прозвище «Победитель танков». Неизвестный поверг в шок посетителей танкового музея. Мужчина с молотком набрасывался на военную технику времен Второй мировой войны. Ему удалось скрыться с места происшествия до приезда полиции. Смотрите далее. Интервью с победителем танков. Здравствуйте. Купи пятницу, а ты дам, пош... На. Мы журналисты. Попут боевых заслуг. Да. Часто бывает, что там, лето. Лето, да. Жарко, да. Смотрю, заходи. Сейчас чай будь. Да. Ну, будь, позовете, только пиво. Заходи. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Петр Дембель служил в 18 спецподразделениях различных стран мира. Какой момент моей военной карьеры вас интересует? Вот недавние случаи с танками Второй мировой войны. Это было под Сталинградом в 43-м. Мы сдерживали оборону зенитным комплексом. Когда я остался... Один принял решение защищать линию обороны длиной в километр в одиночку и поёб в рот. Когда расстрелял все патроны, пошел в рукопашку на бронетехнику в рога. Был контужен, оказался в глубоком тылу, 7 суток пробирался к своим. Петр, а как вы прокомментируете вот это вот видео? Мужик, ты что творишь? Следующий! Давай сюда! Мужик, ты что, мужик? Это не я. Это монтаж. Все было по-другому. Вот сейчас покажу. Смотрите внимательно. Туалет. Лестница стоит! С вами Лакшери Строй и ее бессменный ведущий Гоша Песков. И сегодня я расскажу вам лучшее решение в ремонте 2018. И напоследок, жизненная мудрость. С вами Гоша Песков и Лакшери Строй. И мы начинаем демонтаж. Просто наказывает его. Наказывай, я уже снимаю. Наказывает его. Наказывай. Не будут потом придираться, что ты танки жжешь. Сюда, сверху на каску что-нибудь. Никит, ты лучший пиротехник. Ништяк. Дубль два. Петя, в атаку! Никита, ебал! Давай!